Бывший министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров. Я не очень понимаю восторг значительной части наших политологов по поводу недавнего комментария Сергея Лаврова по теме армяно-азербайджанского конфликта. Если внимательно послушать российского министра иностранных дел, то становится очевидно, что он впервые официально признал факт оккупации Республикой Армения 7 административных районов вокруг самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. Возникает вопрос, а что, территория самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики не была оккупирована вооруженными силами Республики Армения? А что, захват и нахождение на территории Азербайджанской республики армии Армении не такая же оккупация, как и оккупация 7 районов вокруг. Поэтому мой вывод прост. Это опять этнически мотивированная интерпретация официальной позиции Российской Федерации.